Пока мы ждем, если вам нечего делать, вы можете открыть вкладочку Сапферон и внимательно посмотреть, где вы стоите. И желательно посмотреть, кто стоит рядом с вами. Также, если вы хил, вы можете под таблицей посмотреть, что вы хилите. Там расписано. Андрей, ты в первый раз будешь танковать его сразу мордой налево? Да, если он будет собираться скелетом, мы сразу встанем в нужной позиции. Будет собираться скелетом. Будет? Да. Ну тогда сразу встанем как надо. И запускается каждый раз. Ну, то есть, если все вышли из инста, там прошло какое-то время, то он опять на кости разбивается. Заходили даже. Судя по количеству людей в Дискорде, у нас кого-то не хватает в войсе. Кого мы ждем вообще? Доминатора. Может, его не хватает? Нет, должно быть 41, потому что там Матераси сидит, подслушивает. Сейчас 40. Ну вот, дубины не хватает. Ну вот. Если кто-то забыл выпить ГШПП припотом, можете это сделать, пока мы ждем. То же самое касается ГФПП, особенно хилам.
5, 4, 3, 2, 1. Где же наш дубинатор? Смотрите, в War 2 стрим нашел. Сатурн и Юпитер сближаются. Через 7 с чем-то минут там. Актуальненько. Давайте мы ждем еще минут 5. Я думаю, дубинатор появится. Ой, зум, такие камеры так показывают. Планеты прям реально же видно. Кольца Сатурна. Тогда еще охренеть. До чего прогресс дошел? Это фейк все. Земля плоская. И Сатурн тоже. Все нарисовали. На видео, кстати, это видно. Чертово 3D. RTX в этом видео включить можно? За донат. Кто еще не сделал, откройте свою вкладку с Апферона и найдите свою позицию там. Если вы хил, вы можете посмотреть, что вы хилите. Я это еще раз озвучу перед пулом, но уже сейчас можете посмотреть.
Не забывайте, что на третьей фазе нам очень важно соблюдать дистанцию в 10 ярдов, чтобы огребать меньше урона. Ну что там, сколько у нас времени еще? Я думаю, минуток 5 есть. Окей. 25 минут, будьте тут. Оба. Блудный сын Орды. Напомню, Рикус тут? ФР взял. Да, я тут. Самого доминатора. Для тех, кто не слышал, у нас еще 3 минуты есть. Мы по самому доминатора и потом... 25 минут будем заходить онлайн. Пришел Сумон? Семен? Да, сейчас я шмотки проверю. Понятно. Без стресса. Пока авкаем, ребят. Кто-нибудь может... Есть Тейлор с Экзалтидом в рейде? Епикаей. Епикаей рецепт не выучил. Может сходить сбегать выучить. В клетке стоит этот... Чувачок. Епикаей, любой варлок. Нинджейк. Профессор наверняка. Все, кто Bloodwine юзает. У всех есть Экзалтид. Блин, то задолбали всех. Сначала от Банши не отбились. Потом... Да все, мы уже всех суманули. Все нормально. Слава богу. Еще минутку ждем и заходим в онлайн. Кто еще не выпил ГШПП? ГФПП выпивайтесь. Да?
Конечно, ПП спасет вас от плохого декурса, которого, конечно же, не будет на рейде. А ГФПП облегчит ли жизнь хилам? Минус маг, хуй знает. Все у вас нормально будет. Скажи первый пул, когда с химией, с фулбафами, что все юзали полотенчики. Окей. Так, ребят. Настал час. Заходим в онлайн. И начинаем бафаться. И выпивать химию. И открываем вкладку на Сапфирона из нашей таблицы. Кто не знает, что такое наша таблица и что такое вкладка Сапфирона, напишите мне плюсик в личку. Рексис, Крим, Флео, Шелдон, Донт Паник, Профессор, Грэнни, Разуля, Алсура, СК. Заходим в онлайн. И заходите в портал к Сапфиру. Начинайте пить химию. Крим, Донт Паник, Разуля, Алсура. Крим, Алсура. Ладно, все хилы здесь, так что давайте я сразу объясню, кто что хилит. На МТ у нас Ларри, Доминатор и Шелдон. Вы используете 5-1 и хилите только атамана. Никого другого не хилите. Используйте хилинг вейв 5-6 ранга, хилите меня, чтобы я не умер. Если я умру, то очень грустно будет. Дальше. Рексис, ты у нас в первой группе, ты хилишь первую группу. Вот. Толи точно так же, хилишь первую группу. Приоритет должен быть декурс таргетов в твоем рейнже. Надеюсь, ты поставил декурсив. Реджувки на всей группе и хилинг тащего атамана. Последний приоритет. Доминатор хилит МТ. Флави хилит вторую группу. Николит хилит третью группу. Грэнни хилит четвертую группу. Донт Паник пятую. Адельхейт тоже пятую. Колдоктор хилит шестую группу. Кейл хилит шестую группу. Эскар хилит шестую группу. Стринс хилит седьмую группу. Восьмую группу хилит Брутка и Лох. Хилы, если вы все поняли, присоедините в чатик. Расстанавливаться мы будем на пуле так, как на картинке, потому что босс будет собираться. То есть мы прямо сейчас, когда будем пулить, зайдем в комнату и станем на свою позицию. Нормально, что у всех ассисты? Нет. Дай мне лидера, пожалуйста. Лох. А зачем он тебе? Ха-ха-ха. Так. Да, ребят, шабафаемся потихоньку. Жужу, не забывайте. Аслава, пожалуйста, надень нормальные плечи, а не эту хуйню. У кого-то нету, скажите, сейчас бафнем вас. ФР шмот на себя проверьте. Бать, наплифай, накидываем. Кто не знает, где стоять? Кто не знает, где стоять на этой фазе, ребят? Есть такие? Я надеюсь, что нет. Все должны знать, где вы стоите. У нас есть картинка с Сапфироном. Смотрите, где стоите вы, и кто должен стоять около вас. На фазе полета все хилы должны выхилить свои группы на максимум. На четвертой глыбе мы начинаем убегать за глыбы. Мелики, посмотрите внимательно табличку, я менял назначение, если вы не посмотрели. Я менял, тусовал людей. То есть они будут отличаться от тех пулов, которые мы делали раньше. Не забудьте на себя жужку, на чил повесить. Маги, Павнабл, Бэтменерс, ССД, Алсура, ваш первый приоритет — декурс. Это самое важное, что вы здесь делаете, это декурсите. Тори тоже. И Тори. У вас должен стоять аддон декурсив, я это много раз в анонсе линкал. И вы должны декурсить. Никто не должен умереть эти курсы. Тем не менее, на вот этом пуле, который мы сейчас будем делать с бафами, со всей хуйней, если у вас не декурсит долго, используйте полотенчики. Тайтам квестовый, который тоже фигурировал в многочисленных анонсах, который позволит снять курсу самим. Походу один маг.
Что ты говоришь? Повтори. Я слева один, получается, у нас 3 мага всего. А, 4 мага. И Тори. Хватает и Тори, да, сложу слева. Декурсер, да, Тори слева. Тори, ты понял, что декурсить надо? Сифон Лайф. Напиши плюсик, пожалуйста. Поставил декурсив аддон? Угу. Отлично. Тогда, ребята, я делаю ради чек. Если у вас есть вопросы, задавайте их сейчас. Ритмик и Энакин, проходите. Когда мы будем пулить, сразу же побегаем на свои места. Энакин, Ритмик, почему не готовы? Пузл готов. Ребят, хилы другие, вы пока будете бежать, подхиливайте танк в самом начале. Пока мы там расставим тотему. Тори и так далее, потому что у вас не будет поначалу цели. Что ты Грани спрашивал? Фласка нужна. Пей. Конечно. Пей. Если фласки есть, самое время их выпить. Последние 2 босса в игре, конечно. Еще я сделаю ради чек. Рейндж 10 пропишите. И пропишите, да, рейндж 10. На второй фазе надо держать рейндж 10 ярдов. Даже когда вы сбегаетесь к блоку, старайтесь не столпотворяться. Артур, СК, что у тебя? Все. Тогда я делаю таймер. Поехали. Сразу на своей позиции становимся. На старте учтите, что у меня деф-комплект, и я консервная банка. Трита будет не так много. Юбкей, отойди, сейчас он мордой в тебя клеванет еще. Две секунды. Декурс. Декурс. Флай фаза. Расстановились. Держим свои группы. Первый блок. Второй блок. Третий блок. Четвертый блок. Ищем блоки себе. Ищем. Молодцы, все выжили. Декурс. Декурс. Кто рефери фаерик кинет? Банки перепивать. 2 секунды. Банки на флайфазу. Я про мана. Декурсим. Две секунды. Сейчас будет круса. Крусу снимайте. Курс. БМ сдох. Полотенчики юзайте. Лайфаза. На позиции. Рейндж. На позиции. Рейндж держим. Хилим своей группы на максимум. Первый блок вышел. Второй блок. Третий. Дон спорта. Надо это поднять. 4 блока. Прячемся. Идем прятаться. Хилим группы. Хилы танка не проебите меня, когда будет. Сейчас. Позиции.
Хилы банки. Харифай. Лох умер. Ничего страшного, блядь. Не лох. Секунда, куста. Демона босс. Курс. После 10 файфаза не будет. 2 секунды, сейчас будет курса. Будь дергать. Харифай. Харифай. Курсу готовьте. Еще долго. 2 секунды, сейчас будет. Сейчас он умрет. Где курс? Молодцы, молодцы, молодцы. Красавцы. Нихуя. Хилим дай. Было мне прийти в рейд. Красавцы. Резать упавших. Резать упавших, ребят, вы молодцы. Конечно, с бафами, но все равно это 14 из 15. Остался один негодяй. Так, нам надо лоха взять и брут коновара заходи. Лута не будет, ну? Будет после КТ. Тебе на шамана не будет, конечно, ты чё. Вопрос, мне уступать место ДД? Не надо, ты, Наташка, иди, ты чё? Не надо. Так, ребят, теперь, пожалуйста, открываем вкладочку Кельтузад. Dream Dragon у нас не пришел. Ну он в онлайне в Дискорде. Dream Dragon тут. Dream Dragon, если ты тут, пишись. Брудки не вижу в онлайне. Андрей, давай сейчас в офф уйдем, чтобы фласки сэкономить. Ну, уходите, мне надо группы фиксить, я ничего не поделаю, я буду флейсить свою фласку. Вы можете... Я имею в виду, что ты все равно будешь сейчас рассказывать. Да. Можете пока офнуть. Ливни это. Ага, так. Самон можно будет сделать рикс? Да, сейчас. Я логаюсь на самон. Парни, S3 написано же. Гир простой 30 с щитом. 2, пускай FR. Сделай так, чтобы у тебя были штаны и кольцо с FR. Или штаны и еще что-то с FR. Надеюсь, у тебя есть. Так, я сейчас буду фиксить группы. У нас одного кто-то не хватает, это Ливну. У меня вага надо самануть, я зайду. Понял, хорошо. Там дрим зашел. Давайте тогда, Адельхейд, я тебя заменю на Dream Dragon. Спасибо, что нам помог, очень хорошо. Рикус, посмотри тогда Dream Dragon тоже. Сейчас. Джаз, захвати шмотки мои. В офлайне. Так. Пожалуйста. Так. Стас, а ты под фласку сейчас, да? Стас выпил фласку? Да, он написал, что под фул забафом с флаской. Может, так, хорошо. Вась, посмотри, подумай, пожалуйста, может быть, кто-то без фласки с его, я не знаю. Так, Ники кого сумонить? Лох-то судьба. Вась, мне похуй, если честно. Я в офлайн уйду, как бы. Ты потом? Я не зайду. Давай тогда мы попробуем без тебя, что попросим тебя. Хорошо, спасибо, Стас. Стас, спасибо большое. Так, и Dream Dragon, да? Dream Dragon только в онлайне не вижу. А, вот увидел. Со Стасом через часик поменялся бы. Что поменялся? Стас через часик поменялся бы. Черт, я тебя в этот сейчас бы присоединил. Стас, ты тут?
Напиши ему, окей. Ой, блин. Да-да, сейчас, я сейчас пересумоню. Сейчас, секунду. Это мой косяк. Ребят, пока мы ждем, откройте вкладку КТ и посмотрите, где вы стоите. Это сейчас важный момент. Посмотрите, найдите себя на картинке и поставьте позицию в рейде. Рикус, ты, надеюсь, в этом, в проте, да? В репроте? В репрот. Угу. Да. Одень, там, не знаю, штаны и еще один предмет на ФР, а все остальное такой тритовый шмот. Сейчас я зайду, как раз переодеваться буду, я как раз гир хотел менять. Угу, угу, угу. А на картинке внизу Сафирон? Да, да, да. На картинке Сафирон снизу, вход снизу. Так. КТ, а не Сафирон. Так. Брудка, очень жаль, но ничего страшного. А че у Брудки шамана не протонул, он тут выйдет, тусит. Да, сейчас протонет, я заходил, смотрел, у меня там кольцо на нем было третье, на Frost Race. Ребят, дайте мне сейчас пару минут, мне надо пофиксить все группы, чтобы у нас нормальные группы были, а потом я буду отвечать на ваши вопросы. Касательно лички и так далее. Смотрите таблицу пока что, пока ничем не заняты. Да, пока посмотрите таблицу, там, в принципе, много чего можно понять. Роман, если ты мне сейчас две фруструны дашь, я задержу. У нас есть кто-нибудь без... Нет, фруструн. У нас есть кто-нибудь без бафов, кто может поддержать рейд? Ну, у меня двухчасовой баф тухнет, поэтому я могу поддержать. Окей, я тебе дам лидера. Пока я буду объяснять... Да. Поддержишь рейд. Хорошо, так. Вроде я все пофиг. Так, ребят, я пока оф. И не отходите, я сейчас буду объяснять, что делать. Пожалуйста, все имейте 100 примерно эфера шмота на себе. Можете надеть штаны плюс кольцо, например. Ну так. Кристалл тоже по фулам заряжать? Ну да, желательно что-то чуть-чуть, пару вещей иметь, потому что там будет просто урон. Чуть-чуть это сколько? Если мы все надеваем, как раз сотни у нас, поэтому... То есть насколько нам надо серьезно? Два кольца наденьте, будет норм. Хорошо. Вот, это Пандиру. Что себя представляет файт с Кальтузедом? Мы с ним еще не встречались, поэтому это будет первая хуйня. У него состоит из двух фаз. В первой фазе мы тусуемся в центре ринга, грубо говоря, и на нас идут мобы. И мобов надо убивать. Вот. Мы будем убивать мобов. И делать это так, что милики будут убивать Абоминейшена, а кастеры и ханты будут убивать маленьких зомбей и банш. С приоритетом зомби приоритетнее, чем банша. Вот. Смотрите в оба, и очень важно, не ауешьте. Не кидайте мультишоты ни в коем случае. Почему? Потому что можно спулить очень много мобов, и это можно свайпнуть. Ханты — никаких мультишотов. Также я сниму с себя ТФ. И очень важно, чтобы дамагеры на этой фазе не выходили за октагон. Это вот этот многоугольник, который будет во вкладке в КТ видно, короче. Если вы выйдете, вы можете спулить из одной из комбат мобов, и это насвайпнет. Вот. На первой фазе никакой позиционки, по сути, нету. Главное убивать мобов вовремя и не давать подойти зомбям. Если они приходят в рейд, они взрываются и наносят колоссальный урон. Банши, по-моему, тоже ауешат. Пуджи станется, роги можете им давать, вписывать киднеи, когда они будут подходить. Это первая фаза. Можно секундочку? Да. Кресты могут шаклить. Если скелет добегает, его не успевает убить. Кресты его могут зашаклить, он может остановиться. Ну да, окей. Я полагаю, нам на этом пуле это не понадобится. Так, касательно позиционирования, я надеюсь, все поняли, как мы стоим. У нас будет распределен рейд. Как бы по кругу комнаты, это про вторую фазу говорю, когда мы убьем всех адов, появится босс, его схватят танки, весь рейд распределится в комнате Кельтузеда,
и мы поставим босса там, где сейчас стоит МТ, позиционка. То есть босс будет стоять в центре комнаты самой. Вот. И будем его танчить. Милики, посмотрите, пожалуйста, А и Б. Два кемпа милишных будет. Люди, которые в кемпе А, стоят в кемпе А. Люди, которые стоят в кемпе Б, стоите в кемпе Б. Также есть люди, у которых написано А плюс С и что-то такое. Это значит, что вы стоите в кемпе А, а на касте тумб, когда будет заставать такую штуку, как тумба, вы должны подбежать к шаману или хилу с циферкой S. Например, садист у нас стоит в кемпе А, а когда тамба будет кастоваться, он бежит к S5. S5 — это Шелдон. Масао стоит в кемпе А и бежит к S7 на тамбу, это Рексис. Казантим к S8 — это Тори. Ритник S2 — это у нас Тубината. Лох S4 — это у нас Кейл или Адельхейт, сейчас посмотрим. Бафми S3 — это Каудоктор. Вот. То есть, когда будет таймер каста тамбы, я так полагаю, ДБМ будет показан, мы отбегаем туда. Почему? Потому что тамба — это такая способность, которая всех, в кого она попадает, в определенном рейнже замораживает и наносит урон, который превышает максимальное здоровье этих людей. Что это значит? Это значит, что чем меньше людей попадает, в чем меньших людей попадает тамба, тем проще ее выхилить. Поэтому больше, чем 3 человека в тамбе должно, не должно стоять. Поэтому у нас, если в миликах будет кастоваться тамба, то должны стоять там в кемпах по 3 человека. То есть, например, в кемпе А должны быть на момент тамбы Сион на боков Крым, в Б Immortal Разуля Амнистия. Остальные милики, которые озвучены, должны бежать к хилу своему. Да. Что у нас еще на этом боссе? У нас есть войд-зоны, которые появляются под ногами, из них просто тупо надо выходить. Лево-вправо, назад, смотрите под ноги. Еще одна механика. Босс Кельтузад периодически кастует майнд-контроль на, по-моему, 5 человек в рейде. Ваш приоритет как ДПСеров любой ценой законтролить майнд-контроль таргеты, которые в МК. Вы перестаете дамагать босса, и до конца майнд-контроля вы не бьете босса. Если вы маг, если вы, не знаю, варлок, вы фиряете по КД и шипаете по КД. Также, если у вас есть такая штука, как Magic Dust, вы юзаете Magic Dust по КД. Это очень важно, чтобы таргеты в МК отбегали свои МК, встали на место, и мы бьем дальше. Так. Еще один момент я добавлю от Амана. Там может этот МК кинуться еще и на танка, и из-за этого босс начнет туда-сюда, он не будет в центре, он побежит там на другого танка, допустим, да? Не надо всем милишникам начинать там бегать у него за спиной, и вы тогда, ну, не стакайтесь. Просто лучше стойте в своей позиции, где вы должны стоять. Именно, стоите, ждете, пока... Стоите, ждете, пока босс встанет на место. Не срывайте ни в коем случае. Спокойненько проводим этот босс, файт. Этот файт будет, он не такой тяжелый на самом деле. Он просто становится тяжелее с всего прогрессии. Помимо всех механик, у нас есть особенная механика для миликов. Босс будет кастовать фростболты. У него будет прям каст гореть, фростболт. И этот фростболт, он ваншотает. То есть его нужно интераптнуть, он интераптится. Как это будет происходить? У нас все милики разделены на 3 кик-группы. Это значит, что по очереди будет кикать 3 группы каждый в каст фростболта. Первая кик-группа у нас садист Сион и Мортал Масао. Они кикают первый фростболт. Вторая группа Разуля, Набоков, Лох, Казантип. Второй фростболт. И третий фростболт Бафми, Крым, Амнистия, Ритник. Вам, как я озвучил ранее, необходимо создать макрос, что вы кикнули. В зависимости от того, кикнули вы или нет, когда вы кикаете, жмете, короче, кик с макросом этим. Можете создать макрос, слэш-макрос, слэш-кик, пробел, в сэй-чат, группа 2, кикт. Пошарить нашу. Что? Могу нашу вашку на кике пошарить. Да, это будет отлично. А что эта вашка делает? Заходишь в настройки, выставляешь свою группу, и она в середине экрана высвечивает, что твоя очередь кикать. В момент, когда иконка загорается, если ты кикать должен.
Хорошо, тогда ты прошаришь иконку. Милики, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вы знали, какая у вас группа, и у вас было понимание, когда вы кикаете, когда кикают другие. Это важно анонсить. Так. На 30% босс Enrage. Но Enrage выглядит не просто как Enrage, а он спавнит 4 жуканов, таких больших, как Анубрикан. Этих тварей мы не будем убивать. И их невозможно убить, во-первых, их нельзя всех шакрить. Если их всех зашакрить, они одновременно выбиваются и начинают дико дамагать. Поэтому у нас 3 из них будут стоять в шаклах, а 4-го будут танчить. Всегда. Присты у нас, обратите внимание, Флави, Don't Panic, Sky Strings. Don't Panic, Sky Strings. Ваша задача будет на 30% хилить и шаклить. Во-первых, шаклить своего жука, который поблизости. Вы берете жука, который близко к вам заспавнился, вешаете на него меточку вашу и шаклите его. То есть Don't Panic, я тебе дам ассист, Sky тебе дам ассист, Strings, я тоже дам ассист. Вы берете в таргет жука, кидаете на него меточку, шаклите и держите в шакле. А также SK и Strings вы будете хилить Масао и Набокова. Масао будет слева, около треугольника, где такая эти жука, а Набоков справа. Если у нас все 3 жука будет зашаклено, то, естественно, только один будет кайтиться. Следите, короче. Но Масао и Набоков следите, чтобы страховать. Чего вы таунтите на себя и со щитом жука, короче, держите или даете хамстринг и бегаете от него. Важный момент. Нельзя шаклить 4-ю, иначе все выйдут из МК. Абсолютно верно. Вот, Флави. Флави, у тебя Т. Т, значит, ты хилишь танка всегда. Ты всегда хилишь активного танка, похуй на все. Вот. Я, конечно, извиняюсь, но жуков 5, если что. 5 жуков? Как только ты 4-го шаклишь, все предыдущие выходят из шакла. 2 надо в любом случае танчить. Окей, тогда я думал 4, 5. 5 жуков, Масау и Набоков в любом случае одного танчите. То есть вам важно разобраться. Танчат, они кайтят преимущественно. Их можно и танчить, и кайтить, не играет роли. Они не так сильно бьют. Желательно кайтить, конечно, это сейвит ману хилам, но если чего, можно и потанчить. Они замедляются, если что, хамстрингом. Да, да, да. Так, ребят, теперь назначение хила. Хилы групп S1-S8 хилят в приоритете свою группу. Ларри первую группу, Доминатор вторую, Калдоктор третью, Кел четвертую, Шелдон пятую, Гренни шестую, Рекси седьмую, Тори восьмую. Ваш приоритет, ваша группа. На глыбах, когда у нас тумбы появляются, все хилы хилите ближайшую к себе тумбу. Иначе она сдохнет. Это вы меняете приоритет сразу. Тумба взяли, переключились, выхилили. Хилите дальше свою группу. Прист с буквой Т. Флави всегда на танке. Ты всегда на мне. Или на Брутке, или на Рикусе. Присты, кто шаклит жуков, у вас будут ассисты, вы будете кидать, соответственно, марки на жуков. Вот. Собственно, да. Я думаю, это все. На второй фазе, ну, на Enrage фазе, мы продолжаем бить босса, пока наши присты и мили, и танки занимаются жуками. То есть наша задача убить босса на 30%. Я думаю, 100 ФР нужно на Kill to Z. Желательно, да. Важный момент, когда происходит ман-контроль, вы тупо дамагеры прекращаете дамажить, чтобы не убить никого из подконтрольных. Да, верно. Это уже озвучивал, но еще раз давайте это повторим. Нет, видите, майн-контроль, они огромные, эти МК-таргеты становятся. Вы берете и просто стопаете дамаг. Ждете, пока МК кончится. Если вы маг, варлок, какой-то другой класс, не знаю, хант, можете дистрактинг шот дать. Варлоки, койл или фир. Ну и маги, естественно, шип. И кливать нельзя. Конечно. Еще у кого-нибудь есть вопросы? Тамба, это как она выглядит? Как айсблок у мага. Понял. Маговская. Ты чарки, что упали, сейчас раздашь, они усилят нас или потом? Потом, я сейчас не хочу этим заниматься. Окей. Группа А по миликам — это первая группа, получается? Что? Группа А — это группа 1? Да. У нас представлен Nexus, да. Группа 2, правильно? А не МТ группа 1? Ребят, группа 2... Это, смотрите, в рейде группы у нас будут S1, это группа 1 в рейде, S2, группа 2 в рейде, S3, группа 3 в рейде, S4, группа 4 в рейде.
Возможно, чуть-чуть будет по-другому, потому что я растусовал людей немножко неправильно. Не, я так понимаю, тут сейчас про кики имеется в виду. Про кики, смотрите ваши ники. Никнеймы у вас, видите? Там не по группам распределено, там конкретно по никам. Она никак не привязана к рейду. А привет, Таман, что-то, а что с рейдом только пришел? Microsoft, у нас фулл на данный момент. Ты можешь подбыть на замене или, в принципе, отдыхать сегодня. Я просто зашел, смотрю, что-то онлайн какой-то маленький. Ну, мы сейчас тактику. Мы убили Сафирона, к счастью. Сейчас будем КТ тратить. Что пиши? Кик-группы, просто смотрите, как они назначены. Они не привязаны никак к этому, к рейд-группам. Это просто как танк, я вам говорю. Он когда МК-штан агрос сбрасывает, и МК-штан в основном там МТ со всеми остальными. И именно стоп-дамаг нужен для того, чтобы вы в канаву не отлетели. Это, наверное, понятно. На МК жмите escape и все. Да, МК видите, просто escape жмете и ждете, пока танк второй возьмет. Пока первый там в МК крутится, должен второй подхватить. Андрей, по секторам как-то надо престов расставить с точки зрения этих скелетов на первой фазе? Нет, нет. Там первая фаза достаточно простая будет, там ничего не надо будет делать. На первой фазе хилы могут помогать ассистить дэмэджем по этим, по скелетам. Шаманов из шоки первого ранга достаньте, измедляйте. Не могут, а обязаны, за исключением назначенных. Алсура, обрати внимание, я тебе поставил на R11 слот, окей? R11. Я поменял тебе место чуть-чуть. Я сейчас еще раз смотрю на свои эти штуки. А, еще смотри, Атаман, у нас может начаться фаза вторая, когда уже появится босс, еще до того, как умрут все мобы. Получается, милишники становятся по своим позициям, потихоньку начинают тыркать босса, да? А кастер бьют дальше этих кастеров. Да-да. По Джей милики это самое. Помогают добить кастеры, в любом случае должны добить своих мобов, потому что они иначе уешь. Милишники могут грызть баншу, которая идет на какой-нибудь кастера. Никаких милишников на баншей. Никаких милишников на баншей. Милишники только пуджей. Там, кстати, смотри, Андрей, 3 таунта и на 30% пуджей можно станет. То есть роги просто ротируются между собой, и он бить не будет. Или если таунт резист, там третий или второй. То есть рогам надо набивать КП и сливать их на стат. Я, короче, что-то себя не вижу в таблице. Dream Dragon, ты, да? Да. Ты стоишь вместо Адельхейда. Сейчас я сделаю. Mm-hmm. Да ладно, не надо. Я запомнил. Сделал. Все, чтобы четко было. Ну, Мамия тут? Нет? Да. А зачем ты хотела переставиться, скажи, пожалуйста. С профессором. Потому что я пойду туда и коилить, и эфирять. Я имею в виду, я на роге был, я понимаю, в какой момент примерно это делать. Таман, поменяем тогда местами профессора UPA. Окей. Я тогда их в этом ростре поменяю сейчас. Я сам. Ты сам? Угу. Я тогда в этом. Таблицу не трогай сам. Хорошо. Тогда профессор R12 стоишь, а EPIC R9. Смотрите, тамбу не сразу кидает. То есть каст прошел, те люди, которые должны сбегаться, сбежались. Вот садист, например, он встал в S5 и ждет, пока тамба пройдет. То есть она не сразу пройдет. Как прошла, назад возвращаешься. Тамбы может 30 секунд не выйти. Вы стоите и курите на своих точках. Стоите, ждете. Да. Это касается меликов, которые убегают. Я думаю, есть еще вопрос у нас? Да, по поводу ГНПП, Detonate Mana. Можно выпропить, да, заранее? Да, да. Я забыл сказать. Босс кидает такую штуку, дебаф Detonate Mana. Он взрывается, наносит урон и жжет он ванну. Урон от него вы можете понизить, выпив ГНПП. Natur Protect. Вы можете прямо сейчас зайти, выпропить ГНПП. Кто взрывается? Еще раз повтори. Что повторить?
Ну, кто взрывается, и на турурон там надо. Босс кидает дебаф на рандомного мана-юзера, и этот дебаф на туруроном наносит урон и сжигает ману. Называется мана-детонейт. Он наносит на турурон, от него можно спастись ГНПП-шкой, которую пьете перед пулом, то вы не пьете ГНПП-шку. Миш, как милики пота пьют на этом боссе? Ты можешь? А, по кулдауну фрост пота. Милики по КД пьете ГФПП. Весь файт будет походить урон по всему рейду. Фростовый, в частном, по большей степени. Поэтому, опять же, не забудьте надеть соточку фрост протекта со шмот. Бурсты надо оставлять на зерк лас-фазы. Да, бурсты, безвиш и так далее оставляем до 30% крит-у зеда. Но не забывайте, что если майн контроля, то вы стопаете, в зависимости от того, в какой мы фазе находимся. Есть еще вопросы? Вопросов нет? Заходим в онлайн. Тут все от милишников в основном зависит. Главное, чтобы косты кикали и стояли на своих местах, чтобы вы тамбу не зачейнили. Кейл, винкани, пожалуйста, вик ауру. Ща. Угу. Разуля, зайди, пожалуйста, онлайн. Линкани, пожалуйста, Кейл, еще раз линкани. И войд-зоны не забывайте, они под ногами будут, они гадкие. Танки со щитами танчим. Войд-зоны убивают, щит коней. Да, из войд-зоны надо выходить. У них есть какой-то таймер взрыва, но они просто очень быстро убивают. Милишники открыли вашку, установили ее, зашли в канал R2, посмотрели скриншот, где нужно что поменять. Там ставите буковку в зависимости от вашей группы. Custom options A, B, C. Букву надо поставить. А это первая? У нас две группы, А, Б. У нас три группы на кике. А, Б и С. Первая, вторая и третья, соответственно. В Custom options надо поставить. У нас по расстановке две группы. По кикам у нас три группы. Так, даю промоут тем пристам, которые я буду. Так, мне нужен лидер. У кого есть? Лох, дай мне лидера, пожалуйста. Ну, спасибо. Стринс, ассист дал. Don't panic, ассист дал. СК, ассист дал. Трим Дрэгон, ты где? Ребят, смотрите в трит, не срывайте босса. Я все еще со щитом и в дэвшмоте, поэтому аккуратно. Дэмо не ставьте тут. Dream Dragon, прием. Где он, ёпта? Я не знаю, работает, нет, но вот что есть. На фиссуру. Да, можете поставить вот ВАшку на фиссуру, но смотрите, сейчас в большей степени подный. Я это лужа, которая? Да. Я не знаю, работает, поэтому глазками смотрим. Или, может, есть у кого-то, кто визор один. А там был ВАшку, пожалуйста, линканите еще. На конях она орала нормально. На тамбу есть какая-то вражка? Нинжок пишет. Я могу быть не в курсе. У меня такой нет, я не знаю. Да, наверное, нет. Смотрите глазами. Dream Dragon где у нас? Тут. Заходи, пожалуйста, в онлайн. Вот, поставьте себе, пожалуйста, хилы, в частности, вот эту вот штуку. Что она делает? На рейд покажет, на ком там бай, туда по ДНС-ками чайники отдаете. Угу. Все шаманы и присты, поставьте, пожалуйста, вот эту викауру. Плюсик поставьте, хилы, когда вы поставите викауру, пожалуйста, прямо сейчас. Давайте. Долго. Ну, что-то да, долго грузит. А, да, пошло. Все, начали скачивать. Сервера повесили. Угу. Что там поставил, вижу. Ларри поставил, вижу.
Реакцию поставил, вижу. То есть приоритет хила ваша группа, тамба. Приоритет дамагеров, майн-контроль. И потом урон по боссу. Миликин во время на таймер тамбы выходите к своему хилу. Так. СК поставил, Аликаур. Вижу. Спринц вижу. Кейла она стоит. Шелдон поставил, наверное. Хорошо. Так, ребят, рейди чек. Проверьте еще раз на все бафы. Протекты пьем сейчас? Да, припивайте, припотом, припивайте. Давайте выпьем фраст протекты, 2 минуты подождем. Кто еще не выпил? Зачем-то на первой фазе нету фраст протекта. Ну да, кстати, действительно. Колдоктор, Литмик, чего ждем? Нет стамины, нет лапки. Бафаем. Колдоктора пробафайте, пожалуйста. Колдоктор, третья группа. Ритм, чего тебе не хватает? Есть. Я просто офлайн был. Хорошо. Так, ребят, когда мы будем забегать, очень важно, чтобы ваши тотемы не стояли нигде здесь. Никаких тотемов здесь не должно быть. И вы должны все с квадратом пробежать в центр. Если кто-то останется сзади АВКшить, то вы спулите пак мобов, и мы вайпнемся. Поэтому в квадрат все пройдите, пожалуйста. Файт начинается, когда вы заходите вон в ту центральную светящуюся фигню. Хорошо. Казантип, Каразуля, Шел. Куда вы побежали за квадрат? Прилогать написал. В чем Казантипа? Не бегите вперед, пожалуйста. В квадрат запишитесь. Колдоктор, Разуля. Казантип тут, все готово. Ради чек даю. Все. Тори тут. Тори. Все. Ребят, за квадратом, за квадратом. Дружно идем. Дружно идем. И заходим. Оп. И не выходим. Стоит. У нас спринг один был. Когда мы переставили. И смотрим. Мирики в Пуджей. Рейнджи в... Не Пуджей. Скелетиков и в Баншей. Скелетик приоритет. Там мультишоты не кидайте. Без мультишотов, естественно. Пуджей не срывайте, инстант килл. Пудж идет. Банша на час. Скелетиков маленьких. Скелетики бегут. Коя на баншу. Скелетиков убивайте в приоритете. Скелетики в приоритете. Еще скелетики бегут сзади. Переключились на скелетиков. Хилы бейте. Хилы, да, по скелетам в основном. Банша на 12. На 11.40. Скелетик подбегает к рейду. Еще один скелетик. Возле КТ 2 скелета. Баншан 4. Там, скелет. Станы в Пуджей, давайте, роги. Кинешот. Че с корчами? Этот скелетик бежит. Пудж. Баншан на 6. Кто следующий таунт? Рикус, я первый таунт даю, окей? Да, я понял. Потом ты. Пудж. Угу. Скелетик подбегает слева. Слева скелет. Свичнулись, убили. Баншан 4.
Шутка, третий таун даешь, окей? Угу. Скелетик слева, слева скелетик, скелетик. Если они дойдут, они зайдут. Череп убили, череп убили. Блять, кто-то спулил много. Разбираем. Я под мастаунтом и инвулкой буду стоять. Давай. Стою, стою. Черри фоксим, рейнджи скелетиков дальше, рейнджи скелетиков. Брутка танч. Скелет уже прям в нашем компьютере. Не срываем, не срываем, не срываем. Все пуч. Хорошо. Я под мукенблоум его взял. То... Да, меточки развешиваем. У кого мало хп. Вот этого фоксим, череп, черри фоксим. У меня 6 стаков. Скелетика фоксим, скелетика фоксим. Фоксим скелетика, скелетика. Рейнджи скелетиков, отошли от скелета, милики. Ну, ты шо там спулил, тут долбоёб. Банша слева, КТ. Справа. Играть. Скелетиков. Пуч. Пуч идёт, я возьму. Банша сзади у Сафа. Скелетики подходят аккуратно. Скелетики. Луч. Скелетик справа. Скелетик. Луч. За ним скелет. Скелетики подходят очень близко, ребят. Скелетиков убиваем, рейнджи. Луну, луну, луну. Христи, видите, что близко подошел? Шакл. Так мы шаклим, только они неправильно таргеты убивают. У меня получится. Смайт. Скелетик подходит. 15 секунд. 10 секунд до фазы. Скелет почти. Медики, дойдите. Куджа сначала добьем. Брутка и Рикус в Пуджа затанчит. Отведите его. Скелета, скелета. Скелетов убиваем, не спим. Ванша близко, убили ее. Давайте, Ваншей. Смотрите, где ваша позиция заранее. Уже кикаем касты, когда будет. Томба. Сура. Томба, томба, томба. Милики, встаньте под это. Встаньте на своих позициях, пожалуйста. Ребята, на позиции встали. Где вы стоите? Амнистию, сместитесь правее. Фиссура. Лужа, лужа, мили. Встаньте в амнистию, группа Б. Ребят, не бойтесь стоять модель. Сместитесь, милики, правее, правый кэмп. Сура. Короче, я сура. Череп. Dream Dragon глоба. Майн-контроль, майн-контроль, контролем, 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 контролем. Стоп дамаг, стоп дамаг, стоп дамаг, стоп дамаг. Внести. Стоп, ринвулки прожали, блядь. Стопнули, 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 стопнули. Дайте босса взять. Стоп. Косты, косты, косты. Косты, дальше кикаем милики. Диспел. Хилим глыбу, хилим глыбу, хилим глыбу, глыбу хилим. Атамана хилим. Атаман упал. Места займите свои. Брутка, Рикус. Не дамажьте, дайте его поставить. Стопните урон. Стопните по боссу. Че вы делаете? Дайте босса поставить. Стопните. ССД, стопни нахуй. Подойди к боссу, умри. Уже мели. Встань на место танка нормально. Знаете, вернись, не было еще разбаласта. Все. Мели свои места займите. Бейте, бейте. И свои места, Казантип, там стоишь. Брутка в Рикус. Майн-контроль, контролем, контролем, контролем. Стоп урон по боссу, стоп по боссу. Контролем, 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 контролем. Не дамагаем, контролем.
Контролим. Брудка, давай. Контролим. Брудку не проебите. Last end, дай. Чё-то миллион, нихуя. А ты? Кто из варов будет танчить? Знаешь, ты щит надел. А ты со щитом не имеет. Хилим дальше. Рикуса дайте его взять. Кто из варов возьмет вместо танка? Рик, ну, конечно, на тебя огромное место танка иди. Все, на казантик. Рикус, разворачивай, ставь. Рикус, не проебаем. Все, он казантип, готовьтесь на место танка становиться. Щит надевать и деф стойку, пока армора пить. Контролим, не пиздим, контролим. Быстрее контролим. Контролим. Вары на пулю босса обязательно фиры сдаем. Зачем пулю? Обязательно надо сдать фиры, иначе мы вот так вот сдохнем. Всего нахилим. Всего на танчик. Диспел меня. Жучки заспавнились. Кто у нас по жукам? Зашакайте свободных казантип по танчику. Решакал. 4 шакла не вешайте. Зашакли, метку свою вешайте. Зашакли и повесили свою метку на них. Всё, один зашаклями без метки. Больше не шаклите, танчите их. Все, вот всё. Один пошел. Некому танчить, походу. Казантип, отвлекись, танчи, давай. Молодец. На таунтах и собирай. Стопьте урон. Чего вы срываете с танков, алё? Алсура. Вы чё, идиоты, что ли, ну? Да там танков нет уже. Танков нету. У нас 2 танка осталось. У меня Last End в МК прожался. Ложимся, Corpse Run. Ложитесь, Corpse Run. Ждём, Corpse Run. Так, вары на... На старте файта с Кельту Задом, на старте второй фазы фиры все дружно прожимаем. И ставьте в 2 кемпа. Вы, блядь, стояли очень хуёво, милики. Дай метки на 2 кемпа. Я дам сейчас на эмнистию метку, помолчи. Дам ромбик на кемп номер. Какой у тебя кемп? Б. Б. Это амнистия, это ромбик. А на боков. На боков это квадрат. Амнистия, ромбик. Все. Слетели опять. Что ты говоришь? Слетели метки опять, они там каким-то этим, видимо, в энкаунтере что-то куда-то перевешиваются. А, не квадрат, короче, будет, а кружок. Кружок повесь на Бокова, а на себя ромбик. Это не энкаунтер, это кто-то тебя метку снимает. Давайте, ребята, этот файт зависит от рандома на большую часть, но и также от правильной реакции. Походу, я не уверен, но это я спулил кучу пуджей на первой фазе. Стефан, что ли? На, ну что, там я переоделся. Нет, почему? В МК Last End прожил. Хорошо. Бывает. Ребят, кто кричит «Диспель меня», пожалуйста, хотя бы ник свой называйте. Вас 39 мужиков, думаете, различают? Ну там же видно все, там 3 человека только в МК кидаются. Ну я увидел, что это Рикс. Однако. Вы... Смотрите то, что танк после МК возвращается с нулем агро. То есть он как бы за 3 МК, за 3 танка должен перевести, убить. Не жог, град, плащ. Бафаемся. Кружки. Припотаем ГФП.
Кота ГФПП нету, пишите атаману. Буду с вами разбираться. Shadow Protect тут нужен? Это Void Zone спасает, но не должно. Да, Void Zone, а там миллион времени, чтобы из нее выбежать. Только она больше 100 тысяч точно бьет. Что надо? Цифру стоил. Наебал. Давайте бафаемся, где нам Николет бегает. Резвый Николет. Че у нас по кикам, нормально все было? Смотри. Один болт в тебя зашел, когда босс сорвался. Маг какой-то быстрый хавал. Все-таки я разули желтых кикать, походу остальные не выучили у вендора, или что это такое? Давайте еще раз с киками разберемся. Садист, Сион, Immortal Masao. Плюсик в чат, если вы знаете, что делать, как кикать. Они не кикают, скорее всего, из-за того, что идет МК, кастеры ебут босса, боссу ебубёбывает из кэмпа нахуй, и в это время никто его не кикает. Кто первый нажал, тот статку и записался, чё вы, блядь, гоните-то? Когда бегаете, если с МК сорвалось, не надо просто тупо на своих местах стоять. Смещайтесь, ну, соответственно. Хорошо. Так, ребята, этот пул сделаем с химией. Стараемся все сделать красиво. Если будут вайпы из-за механики, то пару пулов без химии сделаем. Но это пьем химию. Сансу пить? Можешь пока не пить. Без разницы. Так. Что у нас? Пафа есть? Резичек. Рикус, одень, пожалуйста, 2,5 плечи. Хотя, подожди секунду. Да, во-первых, надень это 2,5 плечи. Во-вторых, Unslaught надень вместо этого пояса. Андрей, у меня вопрос такой. Я могу SSD переставить за собой в R1? У меня там никого нету, никто не стоит. А SSD там плотно было в другом, и на R16. Или он там как маг нужен? Нет, там должно быть плотно. Ну просто он за мной может встать. У меня там никто не стоит. Где КТ изначально стоит? А ты его если хилить будешь, то да, то да, так можно. Хилю. Ну тогда пусть скоординируйтесь, пожалуйста. Давай. Еще раз повторю для дамагеров. Вы стопаете урон, когда мод контроль. Кастеры, вы стопаете по боссу, вы стоите, просто шипаете, не дамагаете. Ваш дамаг не нужен. Нужны контроли. Еще раз редичек. Все, там паник. СК. Да, готов. Готов? Все, проходим. Стойте, СК нет. Стой. Не пробегайте пока в аренду. На ком череп? Кто тут череп? Чего у тебя череп? СК, ну? Секунду, подождите немного, парни. Извините. Там 20 секунд. Го, я с вами зайду там. Стану павку немножко внутри. Проходим все вместе. Ниджейк, Иммортал. Проходим. 3, 2, 1, заходим. Фокусируемся. Скелетик.
Ванша на 7. Худж. Я первый там даю. Рудка, третий таунт. Там стан. Банша на 11. Худж. Альбо первый таунт. Реку на бомб. Курсов, преклесниц на абоминейшн, кидайте, пожалуйста. Кто там кидает слог? Маленьких убивайте, не сладкий. Маленькие, две штуки идут. В сашакрите одного. Большой на 10. Лучше. Там же. Почти. Прикус, в дуалов можно здесь. Здесь можно в дуалах. Вот меня сейчас. Не надо лучше. Окей, хорошо, не надо в дуалах. Я буду в дуалах, остальным не надо. Я достаточно трита для вас загенерю. Пуч. Фуриком можно с интерцепта начинать по пуджам. Не стоит. Уберите это с панели вообще. Вы диминишн квешите, махидны. Зачем? Да нет диминишна. 2К армора, брудка, 2К армора. Танки всегда пьют 2К армора. Пуч. Скелет. Еще пуч. Банша на 11. Речка убили, ну. Летиков. Шаклем. Сейчас подойдет слева, скелета. В пуджи скелет. Тут там дай. Банша на час. Подожди. Маленькие пистюки близко, аккуратно. Скрет, череп. 20 секунд. Маленькие. Скелет. Скелет, это и. Скелетики бегут быстро. Скоро фаза. Это последний пуш. Еще два скелета. Нет. Скелетик, второй, еще пуч идет. Еще один. Скелет и по местам. Еще банша есть. Две штуки, три штуки банши. Убиваем адов. По позиции. Как раз кипим, не забываем.
Фирс, дали вары. Фирс. В метке застакайтесь, ну. В метке застакайтесь. Б-фронт. Контроль, контролем, 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 контролем. Банша убивает людей. Баншу, рейнджи, убейте баншу. У нас две банши, убейте их сначала, не бейте босса, убейте баншу. Разули, встань нормально, блять. Либо направо, либо налево. Чё ты посередке стоишь? Баншу добейте. Всем баншу, рейнджи, бейте. Кастеры. Кастеры, баншу. Таргеты на нас. Лужа аккуратно, Тори. Тори, комбат рез Флави. Меликов хилите? Хилим тамбу, тамбу хилим, хилим. Фиссура. Под танков. В другой стороне, да. Фастбласт. Милики видите. Бегите в милики. Фастбласт еще. На место танка, на место танка встал. Иммортал, блядь. Достаю. Контролем, 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 контролем. Не дамагаем, контролем. Стоп. Давай, Рикус, разворачивай, ставь на место. Рикус, назад веди. Да вот он нормально стоит. Контроль. Контролем дубинатора, ну. Фастбласт. Вышли. Пока льдышка не упадет, не подходите у вас. Все. Фростбласт. Вышли мирить. Убило. Фростболт. Фростболт и не кикают, да, там по 8к летит. Мортал щит надел. Надел. И стопни. Жуки. Шаклим. Твоя томба. Майн-контроль, майн-контроль, контролем. У нас жуки забагались, больше не выходят. Контрольте те, которые есть. Два кэмпа станьте. Танка сместите все на стрит. Ну. Томбы хилим. Бейте, бейте мильки, все. Кикнули, кикнули, кикнули. Я мертв. Ой, по ССу. Казантип, на место танка стань. Бласт 5.
Вы можете уже не бегать, просто бейте, там вас мало народа. Стойте на месте. Не убегайте. Кик. Доминатор. Там был хилим. Мили. Контролим, да. контролим. Массау щит, хильте Массау. Косты сбивайте. Массау на место танка. А, Массау на место танка его. Переводи. У тебя позиционирован был. Шаку. Мы контроли держим, контролим. Хилим Массау. Все, Массау стоит тут. Скахил. Фиссура, пошел. Бласт 5. Шамана, помогите с киком. Шакл. Морковка. Кикайте. Никого контролить, мэн контрол. У меня, блядь, Трексис... Не, мана будет. Просто как убил, сейчас скажу, сколько он мне въебал. Да, никому не интересно, что. Пиши кому в печку. Какой-то серьезный пост, блядь, не слов. На самом деле... Спокойно убьем, гайс. Давайте. Да он простой босс. Корпус ранимся. Что у нас сейчас, жуки забагались, да? Ребят, у нас, во-первых, банши не добили почему-то. Запомните, вы не бьете босса, пока есть банши. Вы их хуячите до конца. Пока есть банши, рейнджи, бьете банши и мирики, вы можете босса лупить. Но банши, эти рейнджи должны все банши убивать. Ближнюю к вам берете и топите. Они очень долго жили. Это плохо. Там вначале анонс был, что сейчас Кель спавнится, и Dream Dragon стоял около него и его шатнуло. Что он стоял возле босса? Не знаю. Не возле, а рядом. Там есть время, когда босс появляется и начинается вторая фаза. У вас время есть, там секунд 10, может, каких-нибудь, да, вот этих первых глыб и всей прочей херни. Да, надо, он стоял не возле, босс. Он стоял рядом, да, это важно. Косты, кикайте, пожалуйста. Так один щит, ты кикай сам, ёпта. Ты можешь кикать щиты, а щитом тоже косты мрут. Он танчит, как бы ему раги нужнее, чем вам. И милишники опять в затупе, у вас там какая-то беготня, я вот смотрю, у вас в миликэмпе вообще какая-то неразбериха. Запомните, в какой вы группе, и стойте тупо в метке всегда. Помните, есть римбот с собой, подождите. У нас римбот с собой есть? Стоят, бегают. Помолчите, пожалуйста, помолчите на секунду. Римбот у нас есть? Плюсик, напишите, у кого есть римбот. Брутку у тебя нету? Рикус, подсумонь, Павна был, иди сюда. Я понял. Сейчас. Павна был. Логу, если... Куда сюда, я тебя не вижу. Сейчас тебе дам деньги, ты пойдешь на аукцион, купишь ремботов. Катаману, стой на месте, короче. Где ты, блядь? Я скинул в рейд все три смерти всех трех танков, и это только форсболт, ребят. Это он столько стоит? Я не знаю, купи это, не знаю, штуки 3-4. ГФПП выпить. Frost Protector при потом пейте. Профессор, стой на месте, пожалуйста. Профессор, поставь. Как он там называется? Repair Bot. Окей. Field Repair Bot. Field Repair, да, и так далее. Можно было потрачить, то Кальтузат даже бы не успевал кастить фростболты. Ребят, смотрите, каст Кельтузеда, если ваша очередь, вы ГКД не просираете. Атаман вот это, да, в гельчате кинул?
Да, да, да. Мы будем сейчас пулить без химии. Без химии. 4 возьму, да? Уровень отвлекал, конечно. Возьми 4. Что ты сказал, Епик? Вовремя, говорю, конечно, сказал. Мы уже пропили просто. Я это ранее говорил. Ладно, еще раз с химией спулим. Следующий без химии будет, если мы не убьем. 15% босс сейчас был, потому что забагались жуки. Мы бы не прожили даже половины этого, если бы жуки не забагали. Жуки можете вешать, когда анонс идет, что килтуза сейчас будет активен. Да, жушки можете вешать, когда мы уже на первой фазе. Нормально отрабат работает прист и с варом, то там эти жуки не, вообще никакого импакта не вносят по рейду. Нормально, ничего. Как вам кайтить? Да там вары. Еще ни разу не дошли до той фазы, чтобы вары, которые кайтили, выжили. Че? У нас дохнут мелики постоянно. Пьем химию. На этот пул мы пьем химию, ребят. С группы. Я кикнул из группы, ампал это заинвайтил. В гель-чать. Я логаюсь обратно. У нас в томбах люди умирали. Если у вас СНС на КД, флешку хуярьте туда. Может ротацию НС-ок, чтобы в первые томбы все НС-ки не отдали? Да флешку успели, прохилить нормально. Не, что-то не успели. На флеш хил и все. Просто знаешь, кого другого хили? НС-ку на трех миликов, которые вот ближайшие к вам. Туда, наверное, лучше всего отдавать. Потому что там три таргета, а НЖ обычно по одному кидают, они не сложно. Слушайте, а у нас танки вообще как падают? Фростболт прилетает в них? Да. Или их просто не дохиливают? Фростболт. Болт, он шот. А, я понял. На 8к прилетает. Ну, хилы, которые на танк висят, они ж в курсе, что они танка чисто хилят. Вам не надо рейд хилить. Только Флави на танке. Ты хочешь без химии? У нас хорошо получилось сейчас. С химией будем, с химией. Этот пул с химией. А, окей, окей. У нас получилось хорошо, повторюсь, потому что забагался босс. Не потому что мы красавцы. У нас 5 шитфест был. Ну ничего. Работаем, улучшаемся. Угу. Ты дай одного брутки, пусть он поставит. Не скажу почему. Так я могу поставить. Ну поставь ты. Черепи, ребята, ребята. Все, подходим, чинимся. Чик-чик. Ты, я не совсем понимаю, как нам после третьей смерти чинимся мы. Ну ладно. Починимся все. Радичек. Второй. Лапа на Рикс не хватает. Еще на буков. Дал. Натур. Бытвай. Атаман, секунду, стой. Мана. Готов? Да. Так, ребят, все подходим дружно. Дружно идем вместе. Прямо сзади, подожди. Шелдон. Около ринга поставь тут. Или переставь их, короче, внутрь. Что? Все. Переставь, пусть внутрь. 3, 2, 1, заходим. Кто стоит? Ставь еще раз. Фокусировались, ребят. Лишнего пиздежа не надо. Куч. Ваншана 4. Скелетик с пуджом.
атлетики. Ваша на час. Ваншан опять. Лучше входа. Пурш, ваншан. Скрязиков около поджоби. Скелетика у рейда очень близко было сейчас. Лучше. Банша начал. Банша идет кастеры. Их две. Скелетик очень близко. Пурш. Таун где? Ваншан 11. Рут к таун. Скелетик очень близко. Пуш вход. Дальше банша на 2. Атамана держите вроде. Орковские расовые. Прожмите, пожалуйста. Не знаю, когда. Ну, сейчас. Танки, кто не танчит, короче, на старте крит-узада, может. Кто орк? Брутка конкретно. Лучше еще один. Секретик за пуджом аккуратно. Баншан опять. Лучше слева от гильтозада. Шаманы, пошокайте скелетов. Подходят близко. Шокаем. Жужу на фрост. Лучше справа от кильтозада. Скелет в рейде уже. Добиваем адов. Добиваем баншей. Дай мне взять рипус. Я просто подошел, чтобы никого не убил. А там она не прилюбить. По местам. Грэнни лагая, посмотрите, что с тобой. Метки стали, метки. Дезвишами набираете, Брутка и Фау. Рику. Фир сдали вары. Банши еще живы, сука. Баншей убейте. Рейнджи. Все, был Блаз, бейте. Сура, танки. Он уже в танках. Тори батл рез в флаве есть?
Готовимся к МК. Николет, ты можешь вместо Флави встать к там, на место Флави? Выше мили. Майн, контролим. Стопнули урон по боссу, стопнули. Ханты, стопнули, дистракт-шоты, стопнули, блять, урон. Брут кофессуру. Группа, сдвиньтесь относительно танка. Диспелла, атамана, блядь, чё долго так? У нас Николет сейчас танк лечит, да? Да. Фростбласт вышли. Мини. Дрим Драгон. Всё, был. Обратно пошли. Ребята, на 37% мы стопнем, подождем майн-контроль. Твака армора не перебивай, Рикус. Росбосс вышли. Рудками сервисами. Фиссура. Не было фростбласта еще. Не было. Встаньте назад. Рику захил. Рефайр на босса. Алекс. Так, Ады сейчас. Стопнули урон. Стопнули. Все стопнули, кроме танков. Стоп, блядь. Ждем майн-контроль. Касты-то кикайте. Кикайте касты. Подошли, кикайте. Чисто касты. Майн-контроль. Так, ждем, пока кончится майн-контроль. Шакал жука. Фиссура. Не бьем босса, кикаем только. Килка кик, жуков контроль. Третий шакал. Все, следующего танковать. Блин, забираю вот этого жука. Прожимайтесь, бурсты, фэри файр в босс. Жаль. Не забирай. Остава на боков кайт. Мили за... Мили, стоим. Застакайтесь лучше. Рикус, ты хули делаешь? Жука кайчу, потому что никто не взял. Масао на боков. Я кайчу своего. Давайте. Или Масао. Фокус. Котировались, замолчал. Майн-контролем, стопнули до по боссу, стоп по боссу, майн-контролем. По боссу, стоп, майн-контролем, шипаем, атаманы шипнули. Шипаем, бахнем. Возможно, решакл надо будет моего моба возле трона. Решакл. Метка какая. Возле трона, нету метки сейчас, походу. Побежал. 3 секунды еще до майн-контроля. Этот? Диспелим, диспелим атамана, диспел атамана, блядь, вы че так долго? От меня, блядь, хуй знает, че пристыдел с другой стороны. Прожимайте реку, все что есть. Дальше играем. Кик не стал, не это не проебал. Кайте мада. Ад парей двигает. Хуя от его. ГЦ. Ебой. Ну и супер. Грац, ребята. Молодцы. Супер. КГБ рейд 2, 15 из 15. Молодцы. Я же говорю, я приношу удачу. Атаман, давай. Меня тут затыкают, говорят, помолчи, атаман. Но я не могу. Лесните Ларри, пожалуйста, ребят, молодцы. Лесните Ларри. Не, Ларри мы не закидали, мы вполне твердо его уебали. Очень... Так, подождите, пожалуйста, ребята. Ларри, лесните всех, мы сейчас сделаем супер пиздатый скрин. Атаман, а мне, по-моему, не надо, пока дай кому-нибудь еще. Что, идем АКУ? Сейчас пойдем за Гешку. Ребят, давайте... Блядь. Вась, ты тут? Подойди, пожалуйста. Здесь. Да нет у тебя нигде. Я не могу потрейдить АМСУ. Вот. Отдаю себе на хилспек.
А, ребят, вы молодцы, охуенно просто. Ребят, градского доктора. С мысухой. Град. Так, ребят, расстанавливаемся красиво на скриншот, красиво. Меточки снимите. Просто. Мы сделали. Сбил. Брутка. Держи. Спасибо. Дотанчил до конца. Так, у меня какой-то фрост, это маговское колечко еще есть. Подожди, давай сначала скриншот, потом лут, окей? Встаньте ровно на секунду. Как убрать эту всю фигню с экрана? Вы бы лучше больших бы назад кинули, а мелких... Alt Y. Alt Z. Alt Z. Я не могу, у меня на клавиатуре нет принтскрина, что за говно. Дайте вас впереди сфоткаю. Что, ребят, получилось? Кел, куда ты свалил? А, ладно. Так, Брутка, дай я почерк свешу немножко. Уйди. Ненужок, ты вот зачем сюда пришел? Слушайте, мы его получили сбирать с волбафф убили. Он очень тоненький здесь. На классике. Ребят, вы лучше. Ви лучшие в мире. Так, это. Че, у меня юник, я не могу. А, нет, не юник, нифига. Давайте сейчас лутом разберем. Frostfire Ring, это 3 на мага. Плюс поставьте, кому надо. Их 2. Я один уже дал кому-то, по-моему, этому. Бэдменерсу, правильно? Кому я пи... А, Алсу. Так, Бэтмен Сградс. Что у нас еще есть? Чарку я профессору отдал, ребят, с Апферона. У нас еще супернека есть. Ща-ща-ща. Это фильм или у тебя записано? Че это роли? Ребят, всех спасибо. Пока. Я лучше. Спасибо большое. Спасибо тебе. Пока. Красно боков с Некой. Что ж, ребят. Все, прошли вов. Мы прошли данный аддон. Все, уходим. Нет, не уходим, но мы уходим на Новый год. И следующий рейд будет 4 января. Это будет понедельник. Если вдруг... Выходить. Давайте ради чек. Я не думаю, что просто уже 11 часов, я думаю, что не захотят. Давайте ради чек. Кто хочет на Q40, поставьте «да». Кто не хочет, крестик. Товарищ начальник, вы куда филактерию спиздили? Пошли лучше за газобафами. А, слушай, филактерия еще есть, точняк. Нихуя себе. Лох, стой, иди сюда. Оставь себе. Град, лох. Так, ребят, мы идем вообще-то в Molten Core, я чуть не забыл, за АТФ. Да дай кому-нибудь другому. Я с удовольствием заберу. Да, тихо, тихо, ругаемся. Тема САО. Стой. Лицей МСАО. Ставим в Undone City портал и летим в Molten Core. Доктор, одень эту самую Майсута. Алло. Аргримар поставьте, пожалуйста. Какой такой Аргримар? Попутал? А ты засейвился, что ли? Нет. Кейл, спасибо тебе большое. Да, спасибо. Всем хилам, которые пришли и сегодня помогли нам. Кейл, да, хейт. Понтовый.